уроках дети читают стихи. Меня зовут Валерий Стурап. Я прочитаю вам стихотворение «Разгулялась вьюга». Разгулялась вьюга, наклонились ели до земли. С испуга ставни заскрипели, а в окно снежинки мотыльками бьются. Тают и слезинки низ по стеклам бьются. Жалобу кому-то ветер шлет на что-то и бушует люто, не услышал кто-то. А снежинок стая все в окно стучится, и слезинки тая низ по стеклам бьются.